А разве вам не все равно? Нет? Окей. Эй, с вами Хэтчхок Инк. Я там кого-то видел. Хо. Ну-ка, ну-ка. Подожди, кто там ходит? Подожди, это кто, это кто, это кто, это кто? Он пропал. Вау. Смотри, как Альма хорошо расправилась с этим чуваком. От него остались только косточки. Да. Сука, сохранение, не перебивай меня никогда. Меня это раздражает. Вау. Она совсем... Еба. Альма, ты чё-то больно жестокая. Ты чё-то слишком жестокая. Я там что-то вижу. Нет. Я думал, это усиление способностей. Но нет. Это всего лишь фонарь. Тух-тух-тух-тух. Тух-тух-тух-тух. Поезда ездят. Значит, это хорошо. Значит, метро не мертвое. Значит, метро живет. Это очень хорошо. И очень хорошо, что здесь аптечка, но я ее все равно подобрать не могу. Стул! Блин, здесь же можно, по-моему, крутить. Здесь, по-моему, крутить стулья. Нет, нельзя. Сука, здесь нельзя крутить стулья. Ладно, хуй с ними. Фонарик не отключайся. Мне слишком ярко, мне солнце в глаза долбится. Так. Угу. Угу. Два варианта, как спуститься. Либо там по лестнице, либо здесь. Я скорее всего, здесь спущусь, потому что... А, подожди, нет. Нет, тут вообще какой-то другой вход. Ну-ка, ну-ка, подожди, подожди. Подожди, подожди. Подожди. Не-не-не-не-не. Не так быстро, чувак. Не так быстро. Мы сначала пройдем по лестнице. По лестнице. Потому что... Ну ладно, я там никого не вижу, там никого нет. Никаких призраков, хуизраков. Ничего нет. О-о-о! Это чуйка, это чуйка, это моя чуйка просто. Чуйку не пропьешь. Да. Она всегда будет с тобой. Блин, если бы я сейчас спустился по этой чертовой лестнице, я... Просрал бы. Просрал бы увеличение жизней. Кстати, да, что-то я не заглядываю прям вот в такие вот углы. Нужно будет это исправить. Например, сейчас. Бля, я думал бы это броня. А вот это вот броня. Твою мать! Чё за... Чё за хуйня? Слышь, ты меня не пугай так. Я не понимаю... Подожди. Предметы я двигаю или нет? Или, подожди, или призрак был? Или здесь только свет моргал? Подожди, кто предметы двигал? Сука, это стрёмно. Это стрёмно, нахуй. Но почему я боюсь? Я боюсь чего-то неизвестного. Я боюсь, что это что-то нельзя убить, но оно убьет меня. Вау, подожди, этой крови не было. Ну-ка, ну-ка. Ебать. Ч-ч. Это что такое? Ага. Ага, там кто-то был. Я тебя слышу. Ну-ка, лезай. Я тебя слышу, я за тобой слежу. До 20 FPS просел, когда я туда посмотрел. Да. Так. Ну-ка. Там никто не пройдет? А, вспомнил, куда я шел. Блин, точно, мне нужно было открыть вот эти двери. Твою мать, а я и забыл совсем. Я вообще забыл, зачем сюда шел. Еб твою мать. Выход. Хорошо, выход так выход. Но мне кажется, туда не стоит идти. Так что давайте-ка мы... Давайте-ка мы вот отсюда пойдем. Отсюда пойдем. Так, никакой крови. Никакой крови. А назад там не вернуться, потому что там пиздец, там никак не забраться по вентиляции, там, потому что мы вниз спускались. По-любому нам сюда.
Еще одна аптечка. Окей. Это кто? Воу! А вот этого я не ожидал. Ну-ка, стой, мразь. Блядь, это что такое? Стой, сука, не смей меня трогать. Это кто такие? Я в твою мать. Вы кто такие? Идите нахуй, я вас не звал. Какие-то монстры. Да успокойся ты, серьезно, какие-то монстры, охренеть. Я такого не ожидал. Вот это вот фильм, вот это вот это хоррор, который я ожидал. Да слыши, ёб твою мать, успокойся. Бля. Как тут, сука, предметы лагают, это пиздец. Вот мразь такая, а. Куда пошел? Вообще хрен поймешь, где они и кто они. Ёбаную мать. Кто дверь закрыл? Там аптечка была. Какого хрена? Слушай, вы охренели? Зачем дверь-то закрывать? Там аптечка была. Целых две. Я мог обратно пойти. Мрази. Я тебя вижу. Я тебя вижу. Ты не такой уж и невидимый. Невидимый, да. Мразь такая. Вот серьезно, что-то они какие-то хардкорные. Не, ребят, вы потише тут, окей? Окей, бля, две аптечки просрал, я твою мать. Пиздец тут предмет, да? Ну-ка. Так, хорошо. Очень хорошо. Тут, кажется, чувак забаррикадировался. И, чувак, пусти, я к тебе хочу. Пусти меня, я к тебе хочу. Я хочу спрятаться от этих гребаных монстров, а больше никогда не вылезать отсюда, потому что тут что-то как-то уже реально стрёмно становится. Огромный узкий коридор. Бежать некуда. Идти назад не выход, идти вперед тоже не выход. Привет, Альма. Ты мне ничего не сделаешь, я знаю. Может, ты мне поможешь немного, а? Харе мне тут в сознании появляться. Потому что... Ну, блин, ну ты отправляешь своего сына воевать с клонами своего сына. Хорошо. Что должна мать делать? Она должна разнимать дерущихся братьев. Да, это прямая обязанность матери, следить, чтобы никто друг другу морду не набил. Я прав? Я прав. Ну так тогда какого хрена? Блин, мы, по-моему, выходим. По-моему, мы выходим. Открыть ворота станции. Подожди, я тут был, да. Окейушки. Мне это не нравится. Подожди. Тут должно что-то лежать. Просто обязательно. Обязательно должно что-то лежать. Почему туннель завален? Почему, мать его, туннель завален? Я вроде ничего такого не взрывал. Да ёб твою мать, волосы мешают, заебали нахуй уже. Может, мне вообще голову не мыть тогда? Потому что реально заебали.
Понятно, тут вообще никак не пройти. Подожди, подожди, но если тут сетка так близко к поезду, как он тогда проезжает? Он же сетку задевает, смотри, смотри, он же задевает ее. Тут же никак не проехать. Да еще плюс потоки воздуха, да еще он плюс сам качается. Он реально задевает сетку. Это ни хрена... Это ни хрена не продумано. Сука. Что за черт? Вали отсюда! Ну-ка, ну-ка. Подожди. Мне монстрики тебе помогают. Все в порядке. Не бойся. Хорошо, мама. Хорошо, я не буду бояться. Ну-ка. Ну-ка, подожди, тут должны быть... Вау. Моя мама самая лучшая, да? Она самая лучшая. Она просто в месиво превратила моих врагов. Просто в нереальное месиво. Ну-ка, пройти по путям метро. Окей. Мне не нравится вот эта напряженная музыка. Дверь не открыть, значит нам дальше идти. Мне реально не нравится вот эта напряженная музыка. Да еще тут слишком темно. Фонарик у меня не бесконечный. Ну, точнее, он бесконечный, но постоянно выключать его, это раздражает. Умри, мразь. Умри, мразь. Сдохни. Я сам чуть сейчас не сдох. Отлично, просто восхитительно. Мне тогда аптечки не дали, я все аптечки тогда просрал. И пиздец. И все. Все. Считайте, я умер. Ну-ка, ну-ка, что это? Это штурмовуха. У меня нет штурмовухи, да? У меня только ракеты. Подожди, это что? Подожди, это ракеты? Зачем я стрельнул? Твою мать! О, да! Вот этого я и хотел. Да, это ракетница. Ракетница, снайперка. А, подожди, у меня снайперка есть. Ну-ка, давай-ка... Давай-ка я вот так вот сделаю. Потому что у меня патронов на коломете нет. Ну как нет? Мало их. Мало. Их очень мало. Тут есть что-нибудь? Эй. Гайзы? Эй, гайз. Where are you? Where are you go? Where are you? Оп. Ну-ка, ну-ка. Подожди. Ты не дальше, но... Да ты серьезно? Откуда он? Слышь, как мне обратно забраться? Там должно что-то лежать. Блин. Откуда он Откуда он, твоя мать? Это нечестно. У меня 9 аптечек. 10, отлично. Отлично! У меня полный набор. Солдат. Нет, это обычный рабочий. Чтобы открыть дверь, выстрелите в замок. Да я это и так знаю. Зачем мне его стрелять, если он... Если он... Альма? Привет, Альма. Подожди, куда мне идти? Мне сюда? Нет, там стоит Альма, значит мне сюда. Я так полагаю. Да? Вон оно что. Ясно, понятно. Что я нашел? Мне это по душе. 20 патронов. 20 человек сможем убить.
Оки-доки. А, окей, все понятно. Значит, мне точно туда. Арима, привет. Слышь, Альма, ты ж телепат. Какого хрена? Ну-ка. Это мне помощь нужна. Мама, помоги мне. Они бьют твоего сына. Ты же там стояла. Могла просто выбить чертово стекло. Смотри. Да ладно, оно не бьющееся? Ну ты все равно, ты телепат, ты могла их швырять туда-сюда. Ну блин. Ну это нечестно. Это нечестно, это имба с их стороны. Серьезно. А, нет, тут выбивается стекло. Подожди, какого хрена? Какого хрена оно тогда? Понятно. Так, тут должно быть что-то. Допустим, аптечка. Допустим, тут еще что-то должно быть. Нет? Броня? Нет, брони нет. 20 FPS. Ебать. Ебать, твою мать. Хорошо. Ну-ка. Да, это шикарно. Почему турели нет? Почему у меня турели нет? Серьезно, почему у меня нет турелей? Почему нет чертов турелей? Я хочу чертов турелей. Так, аптечка за аптечкой. Все шикарно. Ну-ка. Где мы? А, здесь Альма стояла. Хорошо. Я думал, это сердце у него бьется так. А это вентилятор. Сюда, так сюда. Что взять? Что взять? Что думаешь? Что думаешь, против них хорошо пойдет? Я думаю, гранатки. Нет? Ой, подожди, я должен их добить. Сейчас, подожди, я их добью и пойдем, все нормально будет. Бай. Шикарно. Значит, если тут есть турельки, то и я могу найти турельки. Верно? Верно. По логике-то. Ну, если они валяются тут, то и тут. Тут должны валяться неиспользованные. Да? Да. Да. Он здесь. О, Фэтл. Кто? Где? Фэтл? Иди. Че, где? Привет. Не-не-не-не-не, не убивай ее. Нет. Не подходи. Только не ее. Слышь, это последний человек из моей команды. Вам ничего не сделаю. А вот за маму не поручусь. Альма? Я проник в мысли этого лейтенанта
и они открыли мне многое. Это ж Джей! Подожди, это ж Джей! Спен, твои глаза! Это же Джей был! Подожди! Или нет? Это был Джей или нет? Он использовал Джей. Почему я не отбежал? Я не знаю. Почему я ждал, когда они подорвут меня? Я не знаю. Я просто думал, что Джей жив. Я думал, что Джей выжил. Да какая нахрен перекличка? Подожди. Да, мы все знаем. Подожди, я сейчас сижу в ахуе, потому что, кажется, он использовал тело Джея. Бедного нашего негра Джея. Какая-то хрень. Я ничего не понимаю. Вообще, зачем... Че Феттл хочет? Я уже забыл, че тут Феттл хочет. Я его убил. Нет, я его не убил. Вау. Тише. Это что такое было? Че происходит? Че твою мать происходит? Ну, противник-то противник. Подожди, в кого они стреляют? Куда? Они повсюду! Кто они-то? Подожди, вы своих убиваете, что ли? Ребят, прекратите. Что за хрень это была? Подожди, мне это очень не нравится. Говорит Эхо-6, мы в точке 1. Вас понял, Эхо-6. Сволочь такая, а? Он заметил меня. Лови гранат. Я... Подожди, чё это за хрени были? Это же были их солдаты, нет? Вроде их бронированные солдаты, типа, так же непонятно. Вот так вот. Я не понимаю. Блин, у меня всё как-то... Ни хрена не понимаю. Стой, куда ты бежишь? Я тебя не убил еще. Подожди. То есть мина... Ещё одна гранатка. И, кажется, все. Это его горящий кусочек, что ли, был? Да твою мать. Я думал, это бочка была. Мы потеряли двоих. Что ты сделал, твою мать? Куда мне идти? А, я мину кинул. Блин, нахрена я мину кинул? Патроны заканчиваются еще. Вообще, просто жопа какая-то. Да стой, подожди, не стреляй. Я понять не могу. Что происходит? Так, вот тут у меня есть патроны. Хорошо. Слушай, ты что это выжил?
Спасибо за просмотр, ставьте лайк, делитесь с моими друзьями, подписывайтесь на меня в Facebook, Twitter и ВКонтакте. И играйте только в лучшее. Покеда.